Доброго времени суток всем хорошим людям. Зовут меня Андрей Ермолкевич. Приветствую вас в своем гараже, из которого я потихоньку делаю мастерскую. Просили меня рассказать, как продвигается обустройство мастерской. Начал я ее обустраивать в конце октября 2017 года. Сейчас конец декабря 2017. Ну вот, расскажу. Первым делом вывез я хлам. Получился целый грузовик. После этого занялся утеплением крыши, чтобы не оказаться в мороз в глупом положении. Заложил я туда изовер теплую кровлю и подбил вот таким вот все фольгированным утеплителем. Обзавелся я вот такой вот печечкой. Есть про нее отдельный ролик. Ну, что сказать, печка вполне себе приличная. На улице сейчас у нас минус 2, морозов больших нету. Здесь плюс 15. Закладки у меня хватает где-то часа на 4-5. Обзавелся я фуганком и рисмусом. Ну, фуганок я уже показывал в ролике про мобильную базу. На колесиках он. Можно его катать. Притащил сюда пылесос. Ну и в Минске купил вот такой вот циклон с ведром к нему. Привез складной верстак вольфкрафтовский. Ошибка молодости. Сейчас бы я его ни в жизни не купил. Да и буквально через пару месяцев после покупки, если бы можно было вернуть, я бы его, конечно, вернул. Абсолютно не стоит тех денег, которые за него просят. Вроде бы можно и фрезер закрепить, и циркулярку поставить. Но все настолько отвратительно сделано, что проще сделать самоделку, и она будет гораздо лучше. Купил два небольших вот таких металлических шкафа, чтобы хоть как-то на первом этапе можно было организоваться. Ну и начал потихоньку перевозить инструмент кое-какой. Сварганил вот сегодня по-быстрому такую тумбочку. Сложу туда колеса, а наверх поставлю что-нибудь. С балкона забрал я маленький джетовский стружкоотсос. Докупил к нему длинный шланг. Ну и поскольку тут уже места побольше, купил я для него вот такую вот бочку. Сейчас покажу. Бочку с циклоном. Этот циклон гораздо больше, чем тот, который на пылесосе. Ну, в общем, буду делать какую-то мобильную платформу. Все это вместе соединять. Купил себе вот такую вот торцовку с протяжкой дешевую, метаба. Ну, на время ремонта как раз, я думаю, мне она и пойдет. Кстати, сделано весьма прилично. Для Китая, для ее цены, весьма неплохой вариант. Про брезентовые шторы я уже рассказывал. Был ролик про установку люверсов. Ну вот, сделал вот такие козлы. Это тоже на начальном этапе я сделал, когда утеплял крышу. Да, забыл сказать, у меня теперь есть в гараже три окошка. Вон справа видно одно. И вот тут вот у меня еще два. И теперь я могу и проветривать, и сквозняки устраивать. То есть, в принципе, появилась какая-никакая вентиляция в этом гараже. Спрашивали меня, есть ли у меня в мастерской аптечка. Да, есть. Сразу я ее привез. Лежала она вначале в коробке. Сегодня он положил все в шкафчик. Про корпус этого шкафчика, про эти вот ласточкины хвосты, есть отдельный ролик на канале. Была у меня одна задумка, потом эта задумка отменилась. Остался у меня вот этот вот корпус, и решил я из него сделать себе шкафчик для аптечку. Сварганил по-простому вот такую вот дверку. Это сосна, собрана на доминошке. Филенка — это напольная пробка. С обратной стороны выбрал я четверть. По-простому взял фрезерный шаблон ассистент и простой пазовой фрезой выбрал четверть. Ну и с обратной стороны вот так вот забил штапики. Ничего такого хитрого в этой аптечке нету. Здесь, значит, обычная автомобильная аптечка у меня. Хлоргексидин. Перекись водорода. Эти препараты не входят в автомобильную аптечку, но полезны, если какая-то рана. Немесил обезболивающее. Тут разные пластыри лежат нескольких видов. Вот эту вот штуку хотел показать, довольно полезная. Называют ее по-разному. Где-то послеоперационная повязка называется, где-то хирургическая повязка. Смысл в том, что если ее наклеивать на рану, то потом она нормально снимается. Во всяком случае, рана не травмируется. Йод, пантенол от ожогов хорошо помогает. Вата, бинты, в общем-то, все по-простому. Да, забыл сказать, купил я
вот такие вот петли Мюллер, это такой китайский закос под блюм. Ну, это такой же Мюллер, как я, герцог Бекингем. Ну, неважно, сделано довольно неплохо и стоит чуть больше доллара. Тут даже есть доводчик. Ну, вот такие вот итоги двухмесячных работ по обустройству мастерской. Было бы времени побольше и денег побольше, успел бы, может, больше сделать. Ну, как получилось, так и получилось. В принципе, я доволен. Еще чуть-чуть, и можно тут уже начинать работать. Наверное, на этом все. Всех с наступающими праздниками, с Рождеством, с Новым годом, здоровья, удачи, хороших заказов, денег побольше, мастерских просторных. Спасибо за просмотр. До свидания.